В начале было слово. А сегодня фотки, стикеры, эмоджи. Встречайте Мегафон 3.0 со скоростным при 5G. Который теперь доступен всем абонентам. Переходи на Мегафон. Эй, ты! Да-да, ты! Сюда внимательно послушай. Сколько волка не корми, он умрет. Запомни, тише едешь, нога чуть-чуть на газ нажимает. Дай бедняку рыбу, и он ее съест. Дай ему леща, и он его схавает. Тихомому ты, черти. И главное, пришел на концерты, хлопай по-братски, давай, чё сидишь? Мужество, честь, справедливость, достоинство. Здравствуйте! А, точно, здравствуйте! Сегодня в этом зале не меньше 5 человек. Волнуемся. Чё сидим, волнуемся, я сказал. Да тихо. Мы тоже волнуемся. Последний раз так волновались, когда узнали, что «Ягоду малинку» поет Хабиб. Ну, наконец-то мы на ТНТ. Ой, я люблю ТНТ. Тут мой любимый сериал. Какой? Ну там физрук лысый. Ольга зовут, в общаге живет. На него врач ругается. Если хорошо споешь, конфетку дает. Если нет, то ищут в багажнике, в танцах в Африке. Это был Марат Бульдог Башаров. Почувствуй наши концерты. Жуки? Да. А я все понять не мог. Для кого проект про танцы называется «Танцы», проект про песни называется «Песни» и про концерты – «Концерты». А электробус называется «Это электробус». Вот, борцы. Слышь, еще одно слово, и мы тебя добавим в черный список. Куда? В наш чат. Либо будешь иметь дело с Миланом. А Милан очень сильный. Покажи. Рухин, иди подними его. Я его один не подниму. Давайте втроем. Милан, вставай. Вставай, Милан. Вставай. Вот вы тупые. Тебе же сказали, заткнись, дрыщ. Дрыщ? Пацаны, это другой канал, здесь можно пожестче. Что, например? Я даже не знаю, кто из вас тупее. Наконец-то соревнование. Давайте тупее тот,
кто составит больше слов из слова ТНТ. НТТ! ТТН! ТТН! Было уже? Не, это теперь вторая Т в начале, а первая Т вторая. Ты победил, поздравляю. Проси все, что хочешь. О, наконец-то я спою. Так ты ж плохо поешь. В караоке можно. Делюгу делаем и разбегаемся. На, возьми подгон босяцкий, от лохов отбиваться будешь. Это наша заправка, вы чё беспределите, а? А ты чё так базаришь? Где беспредел? Где беспредел? Круто! 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 Круто, круто, да, да. Круто! Круто, что ты умеешь читать! Лучший в моем магазине продукты 24! Сегодня на ЧМР, ведь все. Еще на земле. Паспорт! Девочка! Какой паспорт? Пробивай давай! Я говорю, паспорт! Доченька, ты посмотри на нас. Да. Мы уже давно не дети. Ага, знаю я вас, кавказцев. 12 лет уже бородатые ходите. Да как она спалила, бесит, вообще это класс! Сейчас номер, звонок из банка. Я отойду, мне позвонить надо. Такси город, такси город. Такси. Алло. Здравствуйте, меня зовут... Амин? Да. Назовите три цифры на обороте. Ну тут одна. Надо три. Тут одна. Какая? 347. Надо еще две. Нету. Тогда кодовое слово. Три тройки. Нужны буквы. Т. Угу. Р. Угу. И. А? Т. Угу. Р. Ойки. Тары-тары-ойки? Да. 500 тысяч пришли. Вы думали, мы у вас пишем? Да. Мы вас обманули, мы же мошенники. Ладно, мне выступать надо. 6, 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
на словах. Такси с совместной поездкой в Москве становится популярным. Ну что, тронемся потихонечку, милый человек. Какое совпадение, что и вы, и мы с братьями едем в библиотеку имени Ленина. И можем разделить финансовую нагрузку равнопропорционально на каждого участника данной поездки из пункта А в пункт Б. Б – библиотека. А вы тоже едете в библиотеку? Да. У нас возник спор по поводу протяженности Доломитовых Альп. А точного ответа в интернете мы так и не нашли, представляете? Вы, наверное, подумали, что мы стандартные хатчики. Но, как говорил Довлатов, не надо быть как все. Потому что мы и есть как все. Кстати, это моя любимая цитата. Сумасшедший лихач. Я его маму знаю. Я тоже. А я вот не знаю, но с удовольствием узнал бы. Алло, я же просил не звонить мне, когда я за рулем. Что за варварство еще и по видеосвязи? Все! Что все? Мы дальше не репетировали! У вас оплата, карта или наличка? В прошлых проектах он был лишь первой скрипкой. Для самурая не важна цель, для самурая важен путь. Теперь он человек-оркестр. Жизнь гаишника, она ж как фуражка. В смысле? Ну, выглядит красиво, ну, по сути, шляпа-то какая. Новые образы Михаила Галустяна в сольном комедийном сериале «Галустян плюс» в пятницу в 10 вечера. Я тебя сейчас угощу, а вы меня с Никиткой потом чем-нибудь угостите. Что вы там ели вчера? Дождь. На ТНТ.